Життя святих святителя Дмитрія Ростовського. Місяць септемврій, 4-й на 10 день. Слово на воздвиження чесноку і животворящого Христа Господня. Read for LibriVox.org. Царствує в Риме Максентій мучитель, много озлоблені творящі людям, не точу християни гуняй мучено, і своя погани убиває, і розграбляє імені їх, і благородня дома й насильствує нечисто живущі. Ібе всему Риму зело тяжек і мерзостин, лютого раді мучительства своєго і всескверного життя. Послаши обо римляне тайну к царю Константину, прибиваючи тогда во Вританії с матерью своєю Еленою, молящи його да приїдет і избавить їх от того мучителя. Константин же написа первия к Максентію, дружески увещавая його, да от такого мучительства престанет. Он же не точу не послуша його и не исправи се, но и горше и сотвори се, и на самого Константина восстане, хотящи его иметь и равна себе царя, его же все воинство римское на царство избраша. Максентий, бо самовластно време на царский престол взейде, не благоволящо онем народу, точу неколиким боляром изволяющим, им же многие обеща дари и чести, а Константин от всех согласно цар наречеся. Слышав обо Константин Максентий неисправлена прибивающа, но и на горшия простирающа се в уста и пойде на него бранью. Видя же немногою воинства своего силу, к сему же и чарование злая Максентиев размышляя, начал сумневати ся. Ведеше бо яко Максентий много крови человеческие на творение волхвование пролия, многие отруки и девицы, и непразные жены и на жертву бесом закла, милостивый себе творя суетные боги своя, на них же надеешися. Ведя обо Константин, яко с Максентием велика бесила бесовская, нача единому молитися Богу, небом и землею обладающему, его же и христианский род почитает, да дарует ему образ победы на мучителя. Усердно обо молящу се ему, явися в полудни образ креста Господня, изображен звездами, сияющ паче солнца, и надписание на нем «Сим побеждай». Видеше же той всі вої, в них же бе й Артемій Дукс, і же потом от Юліана мучен бист за Христа, і удивляхуся. Множиші же в них боятися на чаша, ібо у язиков образ кресній бяше знаменням злополучення і смерті, яко на кресте розбойниці і злодеї казнімі смертю биваху. Бояхуся обо воїні, де нікогда брань їх злополучна будет, і цар Константин в недоумені бист веліцем. Нощю же спящу йому явися сам Христос Господь, і паки показа явлішеєся знамення чесного креста і рече йому. Сотвори подобіє знамення сего, і повели пред полками носити, і не токмо Максентія, но і вся враги твоя победіші. Востав же цар поведа болярум своїм видені своє, і призва іскусних златарей, повеля їм сотворити чесний крест по образу явлішегося знамення, от злата і бисера і каменя драгаго. И ще же и всему воинству своему повеле знамение крестное на всех оружиях, на шлемах и щитах изображати. Злочестивый же Максентий, уведав Константинову шествие во Италию на Рим, со многою дерзостью римские вои изведе и ополчися против великого Константина. Константин же повеле носити честный крест пред полками воев своих. И когда снедоши се с Максентием, тогда силою честного креста побежден бист Максентий, и множество воев его иссечено бист, сам же Максентий бегу ясия. Гоним же бист Константином царем и бежащо ему мостом через реку Тивер, его же сам создал, разруши се мост силою Божиею и погрязну окаянный в ръце свои своими, як уже древний фараон, и исполни се река всадниками и конми и оружием. Великий же Константин с победою иде в Рим, и сретоше его вселюдие с радостью великою честно. Он же велие благодарение восилаше Богу, давшему ему победу на мучителя силою чеснаго и животворящего креста. На памет же преславния тоя победа и постави крест посреди града Рима на високом столпе каменном и написа на нем. Сим спасителним знаменем град се и отига мучителеского освобожден есть. Вторую же брани мею, что ему против византиев, их же мал град иногда Византион некий грек Визас во время Манасии царя юдейского имя свой созда. От них же Константин дважды побежден, печали бе великой. И вечеру сушту, очеса своя на небо возвет, виде писание звездами служенное, изображающее сия.
Призови ме в ден скорби твоя и измутя, и прославиш имя. Пристрашен же бъв, пак и очеса на небо възведе и узре крест звездами, якоже прежде изображени на небеси, и надписание о кресте го сие. Сем знамени и победиши. И тако предносимо в полце кресту, победи враги своя и взя град их Византион. Трети уже брани мушто и мусуските и на Дуна и реце, пак и на небеси спасително и оружие явися, и победо якоже и прежде действува. И отсюда Константин силу на кресте разпята го Христа разумев, и се го едина го верува в истинна го бъйти Бога, крести се в него с достохвалною матерю своею Еленою, и уже яко зало боголюбиво в Иерусалим, на взискание честна го креста посла с имени многим. Унаже шечи в Иерусалим святая места виде, и от скверен идолских та очисти, и честнея мощи различних святех на свет произнесе. Беже тогда в Иерусалиме патриарх Макарий, и же сподобавище чести от царицу срете. Блаженна е же царица Елена хотящи взискати сокровени от юдеи животворящи крест Господин, призва вся юдеи и вопрошаше их, да покажете и место, где сокровени с честни крест Господин. Отрицавищим се же им не ведети, царица Елена муками и смерти опрещаше. Униже показаше и некое го стара мужа, Юдо именем, глаголюще, ако сей може показати тебе искомо е, понеже честна го пророка сын есть. И много изтезанию бъвшо, юди же отрицавищо се поведати, повелее го царица во врещи в ров глубокий, в нем же пребъв некое време обеща се сказати. Извече же его, приидоше на место и деже бе гора велика, посъйпана перстио и каменем, на ней же Адриан цар римски уже създал храм богине Венере и в нем постави кумира. И тамо Юда он и показа сокровен бъйти крест Господин. Царица же Елена повеле храм идолски разорити, перстче и камени разсипати и купати. Макар и уже патриарху помоливши се на месте том, се изейде воня благоуханна, и абия гроб и место крание воявиста се к востоку, и близих обретоше погребени и три креста. И потом обретоше честния гвозди. Недомишляющим се же всем, который бъй крест бил Христов, случи се в то време изнесено бъйти некоему мертвецу на погребение. Тогда макар и патриарх повеле носящим стати и полагаемо и бъйше креста и на мертвеце по единому. Егда же положен бъйст крест Христов, абия мертвец воскресе и воста жив силою божествена го креста Господня. Царица же с радостью приемши честния крест, поклони се ему и облобозае го. Також да и весь синклит царев и же без нею. И ние же не можах увидите и лобойзати креста света го в то време теснотей ради и просише поне отдалече видите его. Тогда макар и патриарх Иерусалимски на височайшем став месте сотвори воздвижение, показуя честния крест народом, униже взивах у Господи помилуй. И от втоли на час е празник воздвижение честнаго креста Господня. Царица же Елена част сего честнаго древо у себе сохрани, також да и святые гвозди. А прочее вложивши в сребряный ковчег, даде макарио патриарху на сохранение впред будущим родом. Тогда Юда со множеством жидов верова, и крестися, и наречен бъйст во святом крещении Кириак, и же потом патриарх Иерусалиму бъйст, и при Юлиане отступнике мучен бъйв за Христа скончасия. Святая же царица Елена повеле во Иерусалиме по святим местам църкви созидати, първе повеле создати църков Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, и деже святий гроб Христов, и деже честний крест обретен бъйст. И пак и повеле создати в Гецимании, и даже гроб Пресвятея Богородица и честнаго и Яуспения. Та же и прочих 18 църквей созда, и всякими добротами украсивши, и довольними потребами ударивши, в Византию прииде, несущи с собой част древа животворяща го креста и святые гвозди, ими же пригвождено бе тело Христово. Блажени же цар Константин животворящия древо в златом ковчезе положи, от святых же гвоздей, един в море Адриатийско е светою Еленою, егда от Иерусалима в Царград възвръщаше се ввержен бъйст утишение ради, понеже воста буря вели и вълнение в море, а други гвозд цар вкова в шлем свой, третий прикова к броздам во узде коню своему, да сбудет се реченно е Захарию пророком. В ден он будет, еже во узде коня, свято Господу Вседържителю. Четвърти же гвозд царица Елена даде тревирум съблюдение. По пришествие же в Византию святе Елена от Иерусалима,
Христолюбивий цар Константин сотворив три креста великі по числу показаних йому набраних. Перше в Римі, когда Максентія потопи, второе в Візантії, когда Візантію взя, третє, когда на Дунайре це скитий победи. По образу тих трьох діянь устрої чесні три креста от дорогих вещей і написа на них золотими письмени словеса сія. Ісус Христос ніка, сієст побеждаєй. Являє же всем ревност благочестия своєго і показує, яку силою кресною врагов победи, постави один крест к востоку на торжищі високо, другий крест постави верху червленого столпа римського на братолюбним месте, третій вознесе на мраморним месте зело красним, на хлебопроданній, на коем месте многі сили і знамення бях у Христа ради святаго. Свидетельствується же сие от многих, яку ангел Господень схождаше с небесе в велицій светлості нощю на то месту, і обходя кадяше крест чесний, поя песен три святую сладким гласом, і паки на небо восхождаше. Сие же бяше трижди в лето, месяца сего на воздвижение чеснаго креста, и паки месяца мая в седмий ден, на явление креста Господня на небеси, и во святый великий пост четиридесятни в неделю крестопоклонную. И мнози от благоговейних людей честно и свято живущих сия ангелу восхождение видяху, и пение его слышаху, и другим му сем поведаху. Воспоминути же подобаете сие, яко честно и животворящее древо креста Господня, иногда бе персами пленено, и паки во Иерусалим возвращено с радостью верних. Царство Бофоки, царя греческого, хоздрой цар перский, победивший Египет и Африку и Палестину, взя Иерусалим и многие христиане уби. Пленивши церковные сокровища и утвори, между иными взя той многоценное сокровище древо животворящего креста Господня и в Персиду отнесе. Посем умре Фока цар и настана место его Ираклии, и жажди и покушашися хоздроя победить, и обаче сам от него многожды побежден быв, просяши мира, но не получаше от гордого врага. Тогда в печали велици и сущи, помощи от Бога искати нача, и повеле всем верним молитвой творити, бдение и постей, да избавит их Господ от хвалища го се в гордости своей, потребите вся християни и хулища го имя Иисус Христово, да не рекут врази, рука наша висока и бози наши сильни, но да познают язец, яко един ест Бог истинный, его же крепости и силе, кто противу стати может. Молящийся же и сам цар со слезами и постом многим, таже собравши всех воев своих, в надежду помощи Божия вооружся крестною силою, пойде на персов и деже с хоздроем сшедшися, победи его и прогна. Воева же землю персидскую 7 лет, взимая грады и пленяя веси, и многие полки хоздроева и побеждая. Наконец хоздрой, не могей супротивитися греческой силе, бежа от земли своя и превозящийся через реку Тигр, винейше го сей на своего медарса участником царства своего сотвори. По часом негодуя старейший его сын Сироес, умысли и отца вкупе и брата убити, еже и сотвори вскоре. По убиении же тех бъйс наследник царства персидского Сироес, и посла с молениями многими дарами ко Ираклию царю греческому смиряясь ему и прося, да престанет пленити землю его. Тогда Ираклий, сотворши с царем персидским мир, взял от земли его креста Господня животворящее древо, уздроем от Иерусалима плененное, еже 14 лет персов бе. И возвратися цар греческий со многими корыстми во своя си, радуя си и славя Бога у помощи его велиции. И когда же дойде до Иерусалима, прия царь честное древо на рамена своя, да несет на прежнее его место, беже облечен в порфиру царскую, златом и каменем драгим украшенную, имея на главе венец царский. Тогда бе чудо ужасно. Внезапо буста во вратех тех, ими же на место лобно и хуждаху, и не можаше ни мало с честным древом крестним поступити силою Божией удержимой, всем удивляющим се осицевой вещи. Захарий же патриарх Иерусалимский, же со всем народом Иерусалимским всретени царю с ветвами и финиками даже до горы Елеонские изыде, идяше с царем вкупе. И возрев очима видя ангела Божия, яко молнию во вратех стояща и вход възбраняюща и глаголюща. Не таковым образом Творец наш то древо крестное сему несяше, како вы им вынесете его. То патриарх видя и слыша уже сесия, и обращся к царю рече. Вещь царю, яко невозможно ти ест в богатие одеяно ризы
і царськими украшену утворами понести древо сіє святое, еже убогий Христос обніштав і спасення наше гораді понесе, а ще обохождеше понести крест Его, последуй ніштете Его. Тогда цар сняз себе багряницу і венец, і облечеся в простое і худое одеяние, і понесе чесное древо креста святаго без всякого препятия, ідей ногами босими, і внесе в церков на место от него же взято бейство з дроєм перським. Там опаки благочестивий цар Іраклій кресное древо постави. І бейст велика радость і веселие верніму возвращении креста Господня, и ликуваху, якоже иногда Израил тене о возвращении ковчега завета от филистимов, хвалище распятого на кресте Христа царя славой и поклоняюще се подножию его кресту святому. Ему же и от нас да будет честь, слава и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. У чудеси им же познан бъест истинный крест Христов, мнози не согласуют. Не ци глаголют, яко девица мертва е несена бе на погребение, и силою кресною воскрешена. Друзі же вдовицу умершою бъйте глаголют, еже животворящим древом живе. И ние повествуют, яко вдовица некая в дому лежаше больна и близо смерти бъесть. К ней же патриарх с царицею пришед и крестей принес, полагаше на больной, и возложено бъевши кресту Господню, аби е воста здрава. И ние же сказуют, еко человек мертвий несен бъест ко гробу, и воскресе прикосновением креста Господня. Никифор же Калистов, прозываемый Ксантопол, князь 8 в главе 29, глаголит яко обоя та чудеса крестом Господним тогда сотворишеся. И вдовица в дому больна лежащая и умирающая, от врат смертних к животу и здраве обращена, и мертвец ко гробу несомый воскрешен бъсть. В той же день представление и живосвятых отца нашего Иоанна Златоустаго. И памят святаго мученика Папия, в стране Ликаонстей, в царство Максимианово страдальчески скончавшегося. Конец слова на воздвижение креста Господня. This recording is in the public domain.